Прошу, госпожа. Спасибо, дочка. Приятного аппетита. Пола быстро поправляется. Благодаря тебе, конечно. Но ты устала. Если ты немного отдохнешь, что ты сказала Пале? Что значит, что сказала? Ты была наедине с Полой. Вы разговаривали. Ты что-то сказала, и Пале стало плохо. Только потому, что я что-то сказала, Пала... Сестра, что ты сказала Пале, что у него прихватило сердце? Ты винишь меня в том, что у Полы случился сердечный приступ? Выбирай выражение. Он мой брат. Если он тебе брат, то мне муж. Если с Полой что-нибудь случится, я знаю, кого винить в этом и что делать дальше. Так и знай.